Народ, привет! Вот рубрика «Еда». Заказали покушать. Каша «Харис». О, сейчас приподнимем. Где-то такая порция 4-5 долларов стоит. Ну, вкусненькая каша. Мы уже показывали, рассказывали. Классная, с мясом. Там нет, такой бутербродик с кебабом. А вот сам кебаб. Вот сам кебаб. Значит, что тут сервируется? Картошка, всякие маринованные овощи, соус. Кебаб, таких сколько, 4 маленьких кусочка. Хумус. Это хумус. И вот такие вяленые помидорчики, или что это гриль. Такое? На гриль. Гриль. Так что вот это вот, все это какая-то скидочка была, все это стоит 15 долларов. А так по отдельности бутерброд доллара 3-4, кашка 4-5 долларов. Это йогурт бутерброда предполагался. Это чесночный. Чесночный наборчик такой вот стоит долларов 12. Так что вот такой. И хлебчик дают. Либанийский я заказала. Вот, так что приятного всем аппетита.